Продолжаем выпуск. К Новому году в Саратовской области откроют несколько новых детских садов. Сейчас готовятся к вводу дошкольные учреждения в Волжском и Заводском районах. В поселке Юбилейный третий корпус детского сада «Тополек» займет часть неиспользуемых помещений школы номер 66. Он рассчитан на 60 мест. В здании провели капитальный ремонт на сумму 15 миллионов рублей. Многие родители готовы хоть сейчас отдать детей в новый детский сад, поскольку из-за нехватки мест в дошкольных учреждениях Юбилейного приходится возить малышей в другие районы Саратова. На сегодняшний день актуальная проблема для нас, потому что нам приходится возить ребенка в детский сад в Ленинский район, в Солнечный. Довольно-таки много времени занимает дорога, ну это где-то приблизительно 40 минут, час езды на своем автомобиле, не говоря уже, если это везти на общественном транспорте. Также готовят к открытию детский сад в Заводском районе. В здании 1937 года постройки провели капитальный ремонт и перепланировку площадей, что позволило увеличить количество мест в будущем дошкольном учреждении. Этот и еще 4 детских сада в Саратовской области будут открыты до конца года.